Вот она помогает. Мясо резать, тортик собирать. Да, милаха? Ты моя помощница. Нигде без тебя. Так еще мясо, когда режу, она еще лапой цапает по руке. Дайте ей. Ну и вот у меня тут опять охрана холодильника. Замок мой от холодильника никуда не девается. Ну, шкаф мы еще так и не поставили. Вся разруха еще у нас на месте. Вот, все. Пристроилась она на стульчике. Вот сегодня ночью так улеглась и спала. Всем хорошего настроения. Всем хорошей погоды. Даже если нет на улице солнышка, все равно должно быть хорошо на душе. С вами была Елена, Московская область.